Всем привет, всем доброе утро. В общем, я тут вспомнил то, что мне сегодня нужно на курсы первой медицинской помощи. Да, время сейчас 8:45. Курсы будут, кажется, в автошколе, вроде как, я надеюсь, что они там, потому что я не помню. Они начинаются в 9 часов. И я сейчас нахожусь у мамы в салоне. Вместе сюда приехали, потому что маме тоже на работу нужно было 9 часам. И отсюда я уже пойду в автошколу. У нас в городе сегодня будет целых 3 праздника. Целый фестиваль, можно сказать. Вот эти вот палатки для стритфуд-фестиваля. Первый стритфуд-фестиваль вообще, в принципе, в нашем городе. Там будет праздник еврейской культуры. И еще какой-то праздник. Так что, такие вот дела. А, ну и праздник улицы Рикос. Как видите, людей сегодня как-то не особо много. Ну, потому что утро, как бы, все спят, суббота. Я тут иду такой на фестиваль первой... Ой, на фестиваль, господи. На курс первой помощи. Вот. Улица уже оживляется. Ставят здесь вот такую вот сцену. И помните, тут были рыбки на этой стене возле физика? Так вот, сегодня будут делать новую стену. Вот здесь вот будет фестиваль еврейской культуры. Этим флажкам можно заметить. В общем, как вы поняли, курсы первой помощи закончились на сегодня первый день. Завтра будет второй день, там будет только какой-то тест и да, просто 2 дня будет вот так вот курс первой помощи. У нас уже 13:22. Карантин, не карантин, дистанция. Дистанцию у нас, конечно, все соблюдают обычно, но как-то никто у нас этого особо не боится. Устраивают тут фестивали, да, целых 4 фестиваля. Как я сказал, фестиваль улицы Ригас, еврейский фестиваль, фестиваль стритфуд, и еще он совпадает с фестивалем железной дороги. С днем рождения железной дороги, 160 лет сегодня исполняется, вот. Так что вообще замечательно на той белой стене, которую я вам показывал. Скорее всего, будут рисовать что-то, связанное с железной дорогой. Так что да, такие вот дела. На самом деле уже есть хочется немножко. Я на завтрак съел 2 бутика. И уже как бы обед уже есть хочется, да. Вот получается, у меня выходных вообще нету, да? Получается, я учусь. На выходных все равно с 9 до часу. Получается как-то так. Печально. Ну да ладно. Главное сейчас это все сдать, потому что это обязательно первая помощь. Потом у меня теория, кажется, заканчивается уже 20, там какого-то 28-го. И у меня еще должно было быть вождение. Да, вождение. Вождение у меня должно было быть 14 сентября, но я его перенес 14 на 29, потому что на 14 у меня еще будет теория. Да, урок по теории. Скоро пойдем, будем собираться и пойдем на фестиваль первый стритфуд. Он как раз тут напротив салона находится. Посмотрю, что тут есть вообще. Какие-то палатки. People on the bar is playing. They don't really dance.
Остальные фестивали, они начнутся попозже, часам 4-6, где-то так. Робот, какой-то робот, вроде настоящий. Пока что сел тут на такую мини-площадь у нас, напротив торгового центра Solo и Editon. Вот там вот, за елкой. Вот такое вот сердце, оно ночью зажигается и красиво сверкает очень. Сейчас покажу, как оно спереди выглядит. Вот так вот он спереди выглядит. Прикольненько. Вот. Тут дети любят прийти и покататься. Типа с горки. Не знаю, наверное, кушать мы на том фестивале не будем. Возможно. Но мы, скорее всего, пойдем, сходим в какую-нибудь кафешку. Потому что в кафешках сейчас, я думаю, людей будет поменьше. Хотя, фиг знает, да, фестиваль еды все-таки, поэтому все идут есть. Ну, в общем, да, пойдем с вами в какую-нибудь кафешку, покушаем, пообедаем. Идем в китайский. Китайский ресторан. Happy Panda называется. В общем, вот что мы заказали. Тут морепродукты. Это морепродукты, да? С чем? С кисло-сладким соусом. И овощами. Окей. Вот еще должны сейчас принести курицу. Вот такая вот курица в кляре с томатным соусом и горохом. Очень вкусная. И яблоки в карамели. Как нам это все съесть? Ой, всем приятного аппетита. В общем, мы сейчас заехали к Тане. И... мы наелись до отвала, мне кажется, я сегодня уже не буду есть, потому что это жесть. Мы с собой даже ничего не брали, мы все съели на месте. Так что, думаю, на дня два вперед мы точно наелись. Вот, сейчас сказали выйти вот с этим вот собакином, с Найком, и я с ним гуляю. На поводке, конечно же. Так, что, облачно, да? Знаете, вообще никуда не хочется идти больше. Что в город вообще не хочется, там этот фестиваль. У нас уже в городе 19 зараженных, оказывается. Так что рисковать, я думаю, лучше не стоит. С этими всеми фестивалями. То есть вы сами видите, дистанцию там практически никто не держит. Поэтому, чё, Найк, идем домой? В общем, время уже 9:08. И мы с Соней решили сходить в бетку за чипсеками, потому что тупо захотелось чипсеков. Я жду, пока сейчас Соня выйдет, и вот Соня вышла. Ну, мы это вырежем, потому что нет. Бетка! Да не идти меньше минуты тут. Это кошка, которую Соня постоянно переименовывает. Нет, она Оксанка уже второй месяц. Уже не переименовывается. А раньше она кем была? Раньше я не знала, кем была. А, ну ясно. Чипсеки с лесными грибами. Так что сейчас будем сидеть и наслаждаться вкусом чипсеков. Реклама. Ой, боже мой.
Соня себе купила орехи. А с чем они? Перчик. Перчик. Обожаю, что сразу с паприкой. Да. Так что сейчас будем сидеть либо в ютубчике, либо смотреть что-нибудь по телеку. Ну что, ребзи, буду заканчивать на этом влог. Как понимаете, в город мы сегодня так и не пошли, потому что там реально было такое столпотворение, что мне кажется, завтра будет какой-то эпидемия просто начнется по максимуму. Ну, я надеюсь, конечно, что такого не будет и все обойдется. Так что, да, завтра, может быть, схожу в город, посмотрю, что там вообще было, что произошло. Думаю, инсталляция там останется еще на неделю, возможно. Так что, да, сегодня я, кстати, возможно, останусь у Сони. Ну, невозможно, а уже точно. Потому что так захотел. Вот. И да, ребяточки, все на этом все. Всем пока.